Борис Лагутин. Боксер активно-наступательной манеры ведения боя. Как правило, он сам навязывает противникам свой темп, свою манеру, чем держит инициативу в своих руках. Обычно он заканчивает бои нокаутом или ввиду явного преимущества. Однако при встрече с физически сильными, агрессивными боксерами, он применяет активно-оборонительные действия для того, чтобы утомить противника. В финале Московского чемпионата Европы Борис Лагутин встретился с агрессивным боксером из Шотландии Уайпером. Все предварительные бои Уайпер закончил раньше времени. В бою с ним Борис Лагутин в течение двух раундов применяет активно-оборонительные действия. Защиты отходами назад, в стороны, подставками сочетаются с ответными или встречными контратаками. Утомив Уайпера, Борис Лагутин лишь в третьем раунде перешел к активно-наступательным действиям и выиграл бой без явного преимущества.